В Чебоксарах прошел региональный этап национального конкурса «Лучший водитель такси в России». По какому принципу жюри выбирало лучшего и кто будет представлять нашу республику в городе Сочи, знает Вероника Павлова. Кирилл Рыбаков – такси-новичок. Во время самоизоляции решил освоить новую профессию. А рассказывает, что работа в такси сродни работе психолога. Нужно уметь ладить с пассажирами и находить каждому подход. Навыки пригодились при прохождении заданий. Отбор лучших таксистов проходил в 3 тура. Изначально жюри проверило знания ПДД, затем, насколько участники знают действующее законодательство о такси и умеют оказывать первую помощь пострадавшему при ДТП. После теории приступили к самой ответственной части. Практике. Выполняет элемент под названием «мягкая езда». Посмотрим, как он справится с этим заданием. Конкуренции нет такого, скажем, нет такой злости. Тут все добрые, все друг друга поддерживают, кричат там. К слову, в республике на сегодняшний день водителям выдано около 1500 разрешений на работу в такси. При отборе на региональный этап организаторы в первую очередь обращали внимание именно на этот факт. Официально ли трудоустроен автолюбитель в такси и не был ли замечен в течение года в ДТП? В итоге к конкурсу допустили более 30 человек. Состязания между водителями в республике проходят 3-й год подряд. Ну, в первую очередь, это все-таки... звукооператору для того, чтобы сделать перекличку, если все участники подъехали ли участники они. Здесь показывают свои знания по правилам дорожного движения, ну и профессиональные навыки по водительскому мастерству. Попытать удачу решил и прошлогодний победитель регионального этапа Артур Михайлов. В прошлом году он представлял Чувашию в Сочи и занял там 2-е место. Не скрывать, что и на этот раз пришел за победой. При этом добавляет, на родине выступать волнительнее. Здесь было больше ответственности. После, тем более, победы выступить опять достойно, занять призовое место. Очень сложно, когда на тебя давление большое. Все ждут высокого результата. Артур Михайлов слово сдержал и снова поедет в Сочи. Быть может, фортуна и на этот раз будет на его стороне, и он привезет к нам золото всероссийского конкурса. Вероника Павлова, Леонид Петров, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.